Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем строить теплицу под названием «Легенда», шириной 4, длиной 6 метров. Пока идет сборка бруса, подгонка. Параллельно делаем торцы. Ну как делаем? Только начали делать. Брус у нас супер цвет палисандр, арки мощные, труба 40/60 нынче, работа началась. Каркас мы поставили, закрепили его, выровняли по уровню, уже успели обшить одну стенку поликом. Параллельно идет докручивание прогонов. Сейчас будет устанавливаться конек верхний. И обшиваться вторая стена. И перейдем плавно к крыше. На крыше у нас будет два форточных блока. В стене будет 4 стеновых фрамуги. Покрыли мы стену, крышу. Сейчас будем все прокручивать, все листы устанавливать. Прижимные декоративные уголки по торцам. Останется у нас сделать форточный блок и два штуки, и дверь, и систему подвязки. О, негры. Закончили мы монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу «Легенда» 4/6. Пойдем поглядим. Сразу видим торцевые форточки. Две, с другой стороны еще две. Ой, не торцевые, стеновые. Дверь с форточкой с одного торца. Торцевая форточка с другой стороны. Каркас теплицы сделан из мощной, такой хорошей трубы 40/60. Основные арки также используются труба 40/40, 40/20, 20/20. Все покрашено полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Имеются форточные блоки. Две штуки на термоприводах. Система подвязки, 6 ниток, расположена согласно будущим грядкам. И одна нитка дополнительно сделана, чтобы солнечную сторону занавешивать. Все стоит на брусе. Брус 100 на 150, на два раза пропитан. Сначала антисептиком и затем антисептик с тонирующим эффектом. Цвет палисандр. Теплица классная, очень прочная. Очень большая, вместительная, супер. Размерчик что надо, как говорится. Поликарбонат 4 мм, 0,8, если не ошибаюсь, плотность. Торцы все защищены торцевым профилем. По низу установлен отлив, чтобы все было красиво. Вот такая шикарная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!